Мы договорились на градостроительном совете в городе Великий Устюг о том, что пока у нас нет оптимального технического решения по строительству мостовой переправы, организовать перемещение людей и грузов на заречную часть города во время ледохода или достава судами на воздушной подушке. Мы для продления сезона навигации выполняем ежегодно дноугубительные работы для организации паромной переправы. Мы договорились о том, что будет куплен ледокол для того, чтобы ломать легкий лед для продления работы паромной переправы. А на период ледохода и ледостава мы договорились о том, что будут работать суда на воздушной подушке. Поэтому я попрошу и Рябишина Виктора Владимировича, и Сергей Анатольевич вас тоже взять на контроль обеспечение населения заречной части необходимым транспортом для особенно экстренных больных, для экстренных нужд, чтобы это было в онлайн-режиме. А Виктора Владимировича Рябишина прошу завтра выехать и доложить мне о том, как эта работа организована в Великом Устюге.